сегодня, в этот майский день, примите поздравления наши. За вашу верность и любовь, за преданность работе вашей. Мы столько лет знакомы с вами, и вы все знаете про нас. Хорошо, что вместе с нами вы улыбаетесь сейчас. Вы так добры, необычайно. И мы сегодня не случайно за все. Спасибо! Скажем дружно. Всегда, если что-то нужно, всегда во всем нам помогали, отказывать не допускали. Мы благодарны вам за помощь, что оказана. За теплоту сердец, душевный непокой. За те прекрасные слова, что были вами сказаны. Мы благодарны вам и вам поклон земной. Вы были рядом много лет, делились всем, что знали сами. Спасибо вам за знание свет, за сказки детства, чудеса. За жар душевного огня, за исправление ошибок. За труд, потраченный не зря, за чуткость сердца, блеск улыбок. За то, что к знаниям или на трудности не обратил внимания. Лишь благодарности одни мы выражаем на прощание. Мы пожелаем вам добра, синевы над головами. Побольше радости, тепла, побед и меньше расставаний. Не будем говорить сегодня банальных слов, дежурных фраз. Желаем крепкого здоровья. Мы очень-очень любим вас. И даже если вдруг всплакнуть, вы захотите на прощание, то знайте, что 11 класс вам говорит лишь...